друзья, но мы добрались до Шерстяного базара, девчонки уже они разбежались в разные стороны покупать пуговицы, потому что их разбирают. А мы пришли и смотрим, вот что здесь есть. Вы посмотрите, какой масштаб, сколько людей. Мне кажется, даже за нами видно, что людей много. Вот. Так, сейчас я вам покажу еще в другую сторону. Это организаторы. Пряжа с картинки. Очень красивые яркие цвета. Мне очень понравились шапочки. Здесь какие-то ковры. Так, это все еще пряжа с картинки. Здесь Iris Yarn. Там что там? SU. А дальше я пока ничего не знаю. Но вот, чтобы вы понимали масштабы, это вот такой огромный ангар. Там очень-очень много всего. А это вход, гардероб. Там пустовато, а здесь прям очень много всего. Вот я пытаюсь пробраться к Лане Росе. Вы видите, здесь всегда вот такие толпы. То есть я говорила, что на волокне намного проще было подойти к каждому стенду, потому что там просто никто не подходил никуда, там было меньше народа, и все, в принципе, спокойно добирались туда, куда хотели. А здесь, конечно, вот надо постоять в очереди или как-то толкаться. Мне немножко удалось пройти вперед, но здесь все так же немного народа. На некоторых стендах, где готовы какие-то вещи, чуть меньше, но где пряжа, там очень много народа. Не очень получается пробраться ни к одному стенду, потому что везде толпы народа. Это просто... Вот мой любимый предмет яр, который продает бундуку. Что у нас здесь еще? Вот составчик написан. Можете визиточку взять? Маруся Ярн, я сегодня смотрела трансляцию, пока ехала сюда. Они показывали, где у них что лежит, как выглядит. У них очень красивые шапочки были в презентации, вот эти вот пупистые. Так интересно раскладывается цвет, видите, такими точечками. И шапочки это выглядит вот в этой как меланж, а вот в этой нем такие точечки красивые, искорки. Очень классно смотрится. Так, здесь у нас, как всегда, готовые всякие изделия. Так, мы все толкаемся друг с другом. Не по всему можно пробраться, чтобы даже название увидеть. Я Росы и пряжа. Алматалочки. В общем, вот так выглядят все стенды. И вот там в конце есть рулап, ну, брендвол, где можно сделать фотографию. Можно найти, надо посмотреть. Со всякими разными прикольными такими табличками. Вот я сюда пришла, вот здесь вот стенд, можно выбрать вот такие вот таблички и сделать фотографию. Да, и еще одна немаловажная вещь, которая создает настроение, это диджей, конечно же. Диджей включает классную музыку, и настроение сразу праздника появляется у нас у всех. Ароматы. Юлю. Да. Элизабет. Да, это оно. Да, я тебя снимаю. Давай. Меня еще кто-нибудь снимал. Сейчас будем стал угодиться. Да, кстати. Что-то купила? Ну, мы потом сядем, посмотрим, да, здесь шумно. Покажи спиной. Волосы. Ну, вообще, как сидит. Красиво. Красиво, да. Рукава еще не до конца раскрылись. Здесь есть полоска. Но не видно, думаю, на камере что... тоже. Да, и вживую. Но я думаю, что с седьмого раза, когда они постараются, будет лучше. Правда, это тогда уже будет больше. Ну, красиво, красиво. С обновочкой тебя. Мне очень нравится. Здесь так, правда, жарко в ней.
записываю вам распаковку утреннюю, потому что у меня еще все спят. Бумага это всегда шуршит, и я хочу показать вам, что я купила. Я смогла добраться до магазина Лана Гросса и еще до одного магазина. «Мир пряжи» он называется, и там я тоже купила себе одну пасмочку. Мы с представителем этого магазина уже в прошлом видео познакомились с вами на волокне. Ну, в принципе, мне кажется, мы и раньше встречались, но просто я как-то вот не покупала, скорее всего, там ничего. Давайте заглянем в мой пакетик и посмотрим, что же у меня тут лежит. На самом деле у меня покупок не так уж и много. Первое, что я купила и куда я смогла пробраться, это были вот эти спицы, как раз-таки в магазине Лана Гросса. Не знаю, что это за спицы, но вы знаете, что я фанат спиц, я люблю разные. И это кубические спицы, и я тоже фанат кубических спиц, поэтому ну просто все было за то, чтобы я купила. Просто Лана Гросса, ну конечно же это Knit Pro, но серия Лана Гросса. Там также были различные спицы чулочные. Чулочные спицы даже были маленьких размеров, 2, там, по-моему, 2,5 я вот не помню, но 3 точно было. Да, по-моему, 2,5 я так и не нашла, возможно, я бы их взяла. Может быть, их уже купили до меня. Там также были какие-то коллекции Аюведра, по-моему, что-то такое, там один комплект спиц таких был. И эти спицы стоили 300 рублей. Дальше, наверное, вот я как раз купила вот эту пасмочку в мире пряжи. Это турецкая феза, но фезу на самом деле даже в Турции не так просто найти, то есть это какая-то небольшая фабрика, которая делает уникальные там окрасы и так далее, и ну, у них вообще-то хорошая пряжа, то есть я, ну многие просто по поводу Турции там, скажем так, не особо довольны там качеством каких-то видов пряж, вот, но мне вот кажется, что у них подход очень такой, ну, европеизированный, скажем так, то есть у них качественная пряжа. Это очень приятная ниточка, это чистая шерсть, ну, я так понимаю, что меринос, ну, да, вот здесь написано 100% мериносовая шерсть, 100 грамм 400 метров, как носочка, буду вязать шапочку из нее где-нибудь, наверное, на спицах. Там 2,5, может быть 2,75, но я посмотрю, как она будет получаться. В крайнем случае добавлю сюда какую-нибудь пушистую беленькую ниточку, и будет отлично. Я прикладывала разные, там было очень много красивых цветов этой пряжи. Я прикладывала к себе, но у меня там не было зеркала где-то поблизости, и просто консультировалась на месте с представителями бренда, точнее не бренда, а магазина. И они мне сказали, что да, наверное, все-таки вот этот светлый мне идет больше. Ну и мне почему-то показалось, что красивый цвет, очень мне он нравится, возьму его. Белая шапка всегда беспроигрышный вариант, ну, в моем понимании. Так, дальше. Дальше, собственно, у меня больше особо никаких покупок нет. Я отстояла какую-то колоссальную очередь на то, чтобы купить вот эти два моточка. Но в этом был смысл, потому что эти моточки продавались по 500 рублей. Сейчас я достану один. У меня есть такая пряжа с моего, мне кажется, второго шерстяного базара в жизни, когда мы еще ездили на Флакон. И я ходила туда еще с мужем. У нас не было еще этой тусовки. Я ходила с мужем, и в магазине Айнитки, который, кстати говоря, в этом году не был представлен на шерстяном базаре, я купила вот такой вот моток пряжи. Мне кажется, что он стоил порядка 800 рублей. Но здесь, в этом году, я купила его спустя несколько лет. Ну, года два, наверное, прошло с тех пор. Я купила его за 500 рублей. Я купила два, и, скорее всего, наверное, я буду вязать панаму из него, поскольку у меня еще есть третий моток. Я подумываю о том, чтобы связать варежки, может быть, к этому. Такие, знаете, как барашки. Это, конечно, уже, может быть, не так трендово, как это было несколько лет назад. Мне кажется, очень многие вязали такие варежки буклированные. Сейчас как-то, мне кажется, эта мода уже отходит немножко в вязальной среде, но у меня их еще до сих пор нет, и мне кажется, что, в принципе, если у тебя будет такая шляпа, то можно и варежки тоже. Возможно, я свяжу панамейру, как у Миры, когда я мерила у нее
мы встречались на вязальной встрече, я мерила у нее эту шляпу, у нее получилось очень красиво, цвет очень классный, он такой темно-серый, ну, то есть он не самый темно-серый, но он такой средне-серый, наверное. Вот этот более светло-серый, но все-таки серый, да. Вот, ну, то есть по сравнению с экрю, конечно же, он такой более темненький, можно так выразиться, но на самом деле он, конечно, все равно из серых светловатый. Ну, я думаю, что для такой панамы будет прикольно. В общем, посмотрим, что мне из этого получится. Здесь, правда, спицы 5-5,5, а у меня, насколько я помню, должны быть спицы 6. Вот, может быть, в две нити вязать. Даже не знаю, честно говоря, как лучше сделать. Но мне нравится по легкости. Эта пряжа была бы идеальна в этой ситуации. Подошло бы отлично. Вот. В общем, вот таких два моточка купила. И, в общем-то, на этом все. Там еще положили образцы. Давайте посмотрим. По-моему, это баста. Да, тут еще в подарок описание к модели можно получить. «Люди вяжут» называется вот так вот. Сайт, кстати, есть. Все модели Лана Гросса и какие-то другие из журналов различных представлены в русском переводе, но они платные. Вы можете на сайте их купить. И вот здесь как раз, я так понимаю, подарок. Так, и вот такие вот два. Так, положим красиво, чтобы было видно покупки все. Вот такие два пробничка положили. Мне кажется, это одинаковая пряжа. Давайте посмотрим. А, нет, это гиганты. А я почему-то думала, что это тоже баста. А вот это вот баста. Это новинка этого года, насколько я поняла. Очень такая мягкая, пушистенькая. По ощущениям просто очень приятная. Такая нежная пряжа. Вот из нее, кстати, была бы классная, наверное, шляпа Панамейра, мне так кажется. Было бы супер. Если вдруг вы хотите попробовать новинку и хотите что-то связать, то мне кажется, что и по толщине, и по пушистости вот этой вот она подходит. Единственное, что состав у нее 50 на 50 с полиамидом. Если вас такой вариант устраивает, то почему бы и нет? Вот. Как раз здесь, кстати, спицы 6-7 рекомендованы. То есть, в принципе, как аналог на Панамейру, это должно подойти. Вот. И давайте второе тоже вскрою. Не туда, что-то куда-то. Нет, не туда. Сейчас. Да, все правильно. Это пряжа гиганты. Тоже новинка. Она выпускается в огроменных таких мотках. Просто действительно гигантских. Как, я не знаю, как 4 обычных мотка. Ну, или как вот, наверное, как 2 вот таких сразу намотанных вместе. То есть это просто как голова такая. И она вообще-то, по-моему, имеет оттенки. То есть мне казалось, что она не однотонная, а она с переходами цвета. Ну, может быть, здесь просто отмотано какое-то количество, что уже невозможно сделать из этого с переходами цвета как-то показать. Но она, кстати, тоже, наверное, потенциально бы подошла. Единственное, что у нее нет таких длинных волос, у нее только такой вот пушок. То есть они вот, если рядом их поставить, видно, что вот у этой вот желтой у нее длинный ворс, а у этой все-таки коротенький ворс, но смотрится тоже очень красиво. Давайте посмотрим состав. Так, это баста. 70% альпака суперфайн и 30% полиамида. Здравствуйте. Что-то хотели сказать нам? Я вас слушаю. Так, в общем, интересный тоже вариант и очень приятный тоже, вообще невесомый, они обе просто невесомые, то есть мне кажется, что если это отмотали, весы бы даже не показали, что там какой-то грамм вообще отмотан. У меня такое ощущение, что здесь просто какая-то невесомость, оно не ощущается практически на руке, ну может быть 1 грамм, я не знаю, это очень-очень, и это тоже, кстати, такая же легенькая. Вот, но для образцов вполне достаточно, то есть из этого можно связать нормальный образец, понять плотность, понять, нравится или не нравится пряжа. То есть вот в этом плане мне очень нравится магазин Лана Гросса на шерстяном базаре. Я просто, честно говоря, нигде больше его, я не знаю, существует ли он просто как магазин, мне кажется, что нет. То есть я имею в виду, что приехать туда, посмотреть что-то. Вот у них очень классно, что они дают вот эти вот образцы. И они у них так вот классно упакованы, очень удобно. То есть ты можешь
точно знать, что здесь, у тебя все написано, вся информация есть. Это супер просто. Даже потом вот эту вот штучку, кстати, вы можете использовать для того, чтобы подписать этот образец. Это карточка. Не могу никак ее достать. Мне помощник еще ближе пришел. Здравствуйте. Что? Что случилось у вас? Вот такая вот карточка. И у нее, видите, есть дырочка. Вы можете после того, как свяжете, прикрепить и все подписать. Что вы вязали таким-то номером спиц. Столько-то там петелек у вас, там какая плотность после вот того, до вот того и так далее. То есть это супер удобно. Здесь уже написано, что это, из чего, когда, почему. Ну, просто класс. То есть, не знаю, вот если вы начинающий магазин пряжи какой-нибудь, я имею в виду там бобинный тоже, то такие тестеры — это просто идеально. Я не знаю, мне кажется, их даже продавать бы можно было, чтобы люди вообще поняли, что они покупают. Это очень удобно. Потестировал, понял, нравится, не нравится, и потом уже примешь решение. Потому что, на самом деле, ну, вся эта пряжа, она не дешевая, но вот здесь, конечно, удалось достаточно выгодно ее купить. Но новинки, конечно, так не будут стоить. Вот, в общем, вот такие вот у меня покупки. В принципе, это все. У меня больше ничего нет. Я вообще старалась максимально ничего не тратить, не покупать. У меня уже очень много пряжи. Я определенные... испытываю дискомфорт по этому поводу, потому что мне очень хочется ее извязывать, но руки всего две. Вот, но спицы мне, я думаю, пригодятся все равно в эти две руки. Поэтому я стараюсь просто сразу думать о том, на что это может пойти, что я из этого сразу могу связать, как это у меня получилось. Вы еще не видели видео, но у меня есть пряжа, которую я купила на Семеновской фабрике. Шерстяной базар, я уже связала себе шарф и в нем пошла. У меня такой был для себя как бы план, что если я ее покупаю сейчас, то я вяжу сразу, не откладывая ничего никуда, чтобы она не просто вот лежала, и я о ней там когда-нибудь потом подумала, а чтобы сразу она сработала, и я точно знала, что я что-нибудь из нее сделаю. Вот. Ну, на этом, наверное, все, друзья. Спасибо за просмотр и ваше внимание.